Ребятки, сегодня я провожу небольшую экскурсию по нашей Москве. Мой страшный мир, мне кажется, говорит только об одном, что сегодня мы готовим пати в очень неплохом клубе Пошпресс, где мы представляем одежду Эдемеры Мамы, которая здесь, кстати, ходит. Ну, тут еще девушки сидят. Мы им скажем, кто меня и Фрау Сальзахи, у меня и Фрау клевые чувачки. Ребята, поддерживайте его во всех проявлениях. Я про танец и про пошли быстрее, про все. Если что, я тоже предлагаю. Вот, Аня хочет сказать, что она очень крутая, не скромная, но в нашем деле скромная, это не главное. На самом деле, сегодня здесь очень крутая картинка, и мы впервые выступаем в качестве модели, и была с нами мечта. Ну, так, да, была с нами Лучше бы ужасно, ты уволена. Они говорят, понятно, давай, может, больше. Туалет, я уходила. Смойся, тогда в следующий раз с вами.